4 июня. На республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване, в рамках первого тура Лиги наций, Армения принимала своего соперника по Лиге Б1, команду Ирландии. Хозяева одержали победу со счетом 1-0. Единственный гол был забит во втором тайме. На 74-й минуте отличился полузащитник Краснодара и сборной Армении Эдуард Спартсян. Гол получился шикарным. Стоит отметить, что до начала игры Ирландия была абсолютным фаворитом матча. Но благодаря выбранной тактике главного тренера сборной Армении Хоакина Капароса, Армения удержала свои ворота сухим. На данный момент Армения с 3 очками возглавляет группу 1 дивизиона Б Лиги наций. В следующем туре команда встретится с Шотландией 8 июня. В этот же день Ирландия сыграет против Украины в рамках второго тура Лиги наций.